Меня зовут Данилова Екатерина, мне 19 лет. Мне сейчас выпала возможность рассказать вам о себе. На самом деле я счастливая девочка. Очень счастливая. Почему? Потому что меня, во-первых, окружают самые потрясающие люди, которые поддерживают меня сейчас. Во-вторых, я учусь в институте геологии и нефти газодобычи на втором курсе по специальности нефтяной. С самого раннего детства я увлекалась всем, чем только можно. Сейчас я учусь и работаю. Работаю я в автостраховании ОСАГО 2016. Также я преподаю маленьких деток дефиле, немного хореографии. И, в принципе, абсолютно все люблю. Немного книжек читаю. Смотрите, раз вы учите, не демонстрируйте нам походку, но расскажите, как правильно ходить. Объясните, вот как вы объясняете? Самое главное, это быть уверенным в себе, улыбаться. Я своих маленьких деток учу улыбаться и быть искренним. Любить себя, прежде всего, уважать себя и показывать это людям. Я учу правильно. А как же ходить? Во-первых, спинка нужна прямо. Ну давайте, давайте, раз уж вы стали в изготовку, аплодисменты и музыка! Ну что ж, Екатерина, вы выберете вещи, которые вам предоставили стилисты, и которые вы выбрали сами. Все, прекрасно, хорошо. А страховка, давайте, вот вы умеете продавать, получается, хорошо? Я не продаю, ко мне приходят люди, говорят, девушка, пожалуйста, помогите, у меня машину эвакуатор забрал, мне очень нужна страховка. Ага. А анекдот? Ох, сработает. Я не помогла, я посмеялась. Да, я помогаю. Сработаю. Я даже не знаю, самое смешное и ужасное, это когда сделать эту мобильную продажу, а машина в аресте. Это профессиональный юмор, хорошо. Еще из творчества у вас что-нибудь есть? Что? Из творчества поете, нет? Из творчества. Я немного увлекалась танцами, но не профессионально. Так. Ну, и все, ваши аплодисменты. Это была Екатерина.